Приветствую всех на канале «Разносторонние интересы». Сегодня пришла мне посылка с Китая. Это веса на 300 килограмм. Веса подвесные, без мен. Стоили они $27 на Алиэкспресс. Мне посылку оценили в $12.43. Вес 770 грамм. Сейчас будем распаковывать, проверять на работоспособность. Взял я 3 таких вот аккумулятора. Кажется, она на 3. Сами веса у нас в алюминиевом корпусе. Шла посылочка у нас где-то месяц. Если я не ошибаюсь, конечно. Сейчас будем распаковывать. Запаковано в обычном целлофановом конверте. Вот наша посылка. Здесь что-то было наклеено. Китайцы содрали. Ну, лишь бы работоспособные были. Так, что тут куда? А вот. Вот у нас здесь скотчем заклеено. Крепкий скотч. Опа. Открываем. Внутри у нас инструкция. Здесь такая коробочка вот была закрыта. Ну, на почте порассыпалось все. Вот. Рымболты. Подвешивать. Довольно-таки мощный. Столистый хороший болт. Это вот зажимается у нас эта штука. Так, это резиновые шайбочки вот позатирались. Ладно, сейчас достанем. Сами наши весла вот на шурупах, закручено на шурупе. Отверточки нету с собой. Довольно мощные такие. Корпус это алюминий у нас. Что-то здесь у нас. Ой, конечно, фуфляцкая система. Могли бы уже хотя кнопки сделать с экраном. Нормальные, на липучке. Ну, лишь бы важили. Это дело мы приклеим. Конечно, рымболтами этими подралась. Вот, как вы видели. По почте за скотч. Могли бы уже все это дело запаковать. Скотч какой-нибудь. И здесь заклеить, чтобы не болталось по всем. Покоцала нашу защитную пленку на экране. Главное, что экран не продавило, потому что здесь вот болт лежал, и видно, надавил так сильно. Ну, сейчас бегаю, возьму отвертку. Не знал, что закручено здесь на шуруп. Возьму отвертку, откроем и проверим, насколько они батареек вообще-то. А может, не пойду сейчас? Все это дело я снимаю. На пасеке здесь, на моей, на столике. Здесь в теньку под деревьями освещение хорошее. Вот я взял стамеску. Но она не надо. Лежу, и так откручивается. Вот. Не зажат. Болтик. Опа. Да, на 3 батарейки у нас. Батарейки здесь.
Так, пальчиками. Сейчас бегаю, принесу батарейки, значит. Так, принес я в гараж, сбегал, 3 батарейки достал. НЛО Pro тоже с Китая заказывал, но шли за оригинал, типа, но это подделка. Вес всего лишь 26 грамм, и даже одна по высоте была выше заявленной по размеру. Так даже в фотик не ставится. Ну, вроде бы работают. Нормальные будут. Так, вставляем батареи наши. Соблюдаем полярность. Опа, так. Плотненько стало. О, вроде контачит. Так. О, уже и включенные. 0,0, это тара, это разные веса, 3. Так, вот на килограмму стоит, это ЛБ и Н, нам килограмм интересует нас, килограммы, так. Сейчас поставим ремболта. Так, это у нас вверх, сюда вставляются шайбы такие, резиновые. Вставляем шайбы. И зажимаем наш ремболт. У этого уха со второй стороны резьба видна, вот. А в эту резьбу закручивается. Должны быть нормальные, думаю. Вроде бы в комплекте должен идти здесь и штифтик такой, но нету. Ну, застопорим чем-нибудь. Хотя оно мне не так и это и обязательно. Вот видно, все это дело у нас в алюминиевом корпусе крашеном. Так что, думаю, будут работать, не поломятся. Прикроем сейчас. Так. Что-то они... А, вот, зажимаются. Ладно, закрою я потом их. Батарейки эти я в другой агрегат ставлю. Так что... Я их все равно вынимать буду. И вот нажал крышкой. Вот этой вот штукой, где вылитая. Он продавило немного.
А сюда обычные поставлю. Аккумуляторы дешевые. Ладно, проверим на работоспособность их сейчас. Так, выключились. Включаем. Обнулились веса. Зацепим. Будем боком снимать. Вот я потянул на килограмм типа. Сейчас посмотрим, растяну немного. О, на десяточку нормально так. Думаю, будут нормальные веса. Ходил. За что зацепить их, подвесить. Вот раевня висит. Ладно, буду что важить тогда. Покажу уже. Зацепить особо тут нечего. Кроме раевни одной. Ну, снимать не буду, ладно. Ах, пускай висит. Вот такие вот веса такие у нас, можно сказать. Что-то он не сбрасывает. Сам круг заважу, что ли. А, ну да, я включал их. Включал без крука. Когда круг продеваешь, то вес его показывает. Вес нашего крука 400 грамм, вот этого болванка железная. Получается, да, 400. Может и быть. Хотя навряд ли 400. Короче, проверю еще. А ну. Так, 7LB78. Что за вес такой? Ставим килограммы. Поднимаем. Оп, по нулям. Так. Короче, веса работают. Потом проверю их на весах нормальных. Подвешу килограмм 50-100. Что они покажут. Ну, по качеству скажу, что вроде бы корпус крепкий, нормальный. Что оно там внутри, я не знаю. Видно, он там болтик какой-то. Вот этой вот. Или то не болтик, не направляющий. Второй болтик. Да вот эти вот болты, вот что я показываю вот пальцем. Вот этот и вот этот болт. Закрученный корпус сжимает. А эта штука болтается, что важить. Так и сверху. Ну, вроде бы неплохие. Подвешу в гараже их к потолку на лебедке. Будем важить что-нибудь. На 300 килограмм нормально. Потому что веса платформенные ерундовые. Перекашиваются. Надо смотреть. А здесь... Подвесил, что надо, равномерно заважу и все. Веса 300 килограмм. Обошлись они мне в $27. Можно, думаю, заказывать, кто занимается взвешиваниями. Батарейки здесь типа АА. Я думал сразу, что маленькие. Ну, большие пальчиковые. Что-то там внутри. Слышно. Болтается. Надо посмотреть, где. Чтобы какая-нибудь херня не закоротила. О, слышно. Сейчас еще подожму. Вроде как с нержавейки они.
О. Слышно, что-то внутри шамотит, меленькое. Надо проверить, что там внутри. Мусор по павике-то убрать. Хотя не мешает мне. Пускай. Будет работать, пускай работает. Ссылку на магазин, где я покупал, я брошу в описании, если не забуду, конечно. Коробка у нас здесь вот не обозначена, что к чему. Вот 300 килограмм должны были, а хотя нет, нет. Я ошибся, думал, должны маркером написать, что здесь вот метки стоят. Синие и две красные. Ну, галочек не поставили, а так отметили этими. Хотя и не знаю, что должно быть. Здесь содрали информацию, на китайском было. Осталось только вот штрих-код у нас остался. Made in China. 211-335 BXAV XSXD. Ну, будем надеяться, что будет работать нормально. По крайней мере, включаются и выключаются веса наши. Следующий ролик сниму с весом каким-нибудь, на их завешу. Как они себя покажут, посмотрим. На этом будем заканчивать. Кому было интересно, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. До свидания.